уважаемый Андрей, у вас возьму интервью. У всех брал. Вот. А? Насчет чего? Ну, ты знаешь, как каждый раз, в общем, богатый жизненный опыт накопился. Я про саженцы, как ты их продаешь, как ты их выращиваешь. Mm. Вот. Понимаешь, я такого, как ты, человека встретил в саду имени Крутовского под Красноярском. Вот. Звали его Степан. Говорят, уже там не работает. Саженцы выращивал, все делал. Один единственный как бы работяга на отделении. Вот. А я его спросил: Степан, а ученые тут у вас же, это знаменитый сад? Вот. Да, приезжают. А что делают? Пишут. А потом что, берут лопату, секатор? Нет, потом уезжают. Вот. Вот так вот. Значит, у тебя квалификация примерно, если считать, что бывают люди, кандидаты, доктора, доценты, академики, вот, и профессора, член хоры. Так вот, ну, мое мнение, мы с тобой знакомы столько лет, что я уже не помню сколько, да? Вот, я вот подумал, в стране не найдется и 10 человек своей квалификации, включая академика. Вот. Ну, это мне Серега научил. Серега научил, а я научил Серегу, то есть да. Сергея Железова. Да. Ну ладно, короче, смотри, что получается. Если я не ошибаюсь, это верхушки, ты продаешь саженцы. Обрезаю. Обрезаешь, как тебя научил Серега, а Серегу я, правильно? Да. Вот. Значит, получается целый костер. Если бы их не отрезать, приживаемость гораздо хуже. Это я уже тебе говорю, а тем, кто меня слышит. Вот, ладно. Сейчас бы посмотрели бы Академию наук эту передачу и сказали: так, спецназ, наручники, вот, привезти его, Андрея, в Москву, так, пригласить к ректору Академии, вот, ну, наверное, Тимирязевской, дать ему то, что называется документ, и сказать: подписывай, иначе мы наручники не снимем. Вот, будешь работать у нас. Мы тебе отдельную квартиру. Вот. Мы тебе помощников. И вырастет точно такой же сад в Тимирязевской академии. Как ты понимаешь? А, сказать тебе анекдот. Я несколько раз рассказывал, я не могу остановиться. Выпускницы академики оскорбили меня, моего двоюродного брата. Кстати, тоже выпускника сельхозвуза. Они-то думали, что он лох. Вот. Заступился за деревья, сказал, нельзя отрезать нижние ветки. Получил. Вот. Оскорбили Сергея Железова. Я потом думаю: господи, а кто же их учит? Они же гордо. Мы выпускники Тимирязевской академии. У нас шикарное образование. Вот. Ваш брат Железов, какой-то металлург. И вот, значит, что после этого было. Я открываю сейчас это... Смеяться будешь, нет? Я открываю их сайт. На сайте моя фотография абрикоса Серафим. Красивая. Что они сделали? Вот. А у меня все сейчас, я это все сфотографировал, теперь никуда не отнимешь, да? То есть присвоили фотографию. Это мягко. Если грубо, то есть другие слова. Вот. Вплоть до УК. Так вот, значит, они назвали под моей фотографией подпись «Успех». Слушай дальше. И целую биографию ей придумали. Понимаешь? Вот целую биографию. Вот. У них еще десятки фотографий. И то, уже не мои, но из интернета. Угу. Я гадал, что же они это, свое-то вырастили. Вот. Ну, я потом, когда я ознакомился получше еще с другими выпускниками, так, есть и супервыпускник Курдюмов. Вот, умнейший мужик, да? Вот. И получается так, что когда я сказал, что тебя нужно в наручниках привезти в Москву и заставить работать в Тимирязевской академии, да,
Ну, может быть, там, хоть у тебя образование не профильное, ну, может быть, там, агроном, может быть, еще как-то. Но, во всяком случае, ты бы потом к Сергею сказал, уже когда подписал это, под дулом пистолета договор, ты бы Сергею что сказал? Позвонил, сказал, выручай, давай присаживайся сюда. Я, мол, договорился, по 1000 рублей все переезжает в эту, в Тимирязевскую академию. Ну, дешевле нельзя, они стоят-то дороже, просто это. Вот. Иначе это, получается, обесценит свой труд. Вот. Ну что, как тебе этот разговор? Я сейчас выставлю эту передачу в Ютубе, потом она попадет в Яндекс.Дзен, потом еще в несколько каналов, там все эти телеграммы или как там, вот, во все эти одноклассники и прочие контакты, вот. Ну, жди, спецназ. Вот. Вот. Я... Вроде бы шутливый разговор, а на самом деле все серьезно. На самом деле все серьезно. Сейчас, раз я немножечко еще два слова, две минуты займу. Когда я вот эту веточку, вот они все эти веточки, это верхушки, правильно? Когда я взял и начал этот разговор, что верхнюю половину саженца отрезаем. Вот, конец разговора такой. Внимание всем, кто меня слышит, внимание всем, кто меня видит. Все, если в стране садится, осадят миллионами, допустим, за один сезон, включая, естественно, итальянские, сербские, таджикские, узбекские саженцы, так, эти миллионы все, все они, будучи посажены, не зная элементарного, вот, все они до посадки уже инвалиды, а после посадки они уже суперинвалиды. Почему? Корни нарушены, верхушка не отрезана, верхняя половина не отрезана, и в стране садится, кроме нашего скромного маленького питомника, ну, может, еще есть парочка наших учеников, вот, все эти миллионы, калеки, садятся на короткую жизнь, на болезни, на опрыскивание бесконечное и близкую смерть. Вот этим я и закончу. Вот это твоя цена, что ты знаешь, как резать, вот, паковать, посылки собирать. Вот. Заматывать. Замазывать. Вот. Сыровать, высаживать. Вот. Косточки посадили. Посадили косточки, да? Да. Половина сертификацию. Половина. Да. Значит, как я советовал. Ну что, друзья, чем бы вас угостить? Вот. А эти уже померзли. А вот что-то он там ел, не замерзли. Да, я сам удивляюсь, как это. Я пойду к этому пепельшофранному. Ну, ничего не замерзли. Не замерзли? В бочках вода, не мог пробить лед. Вот он, пепельшофранный. И сейчас я скажу несколько слов Зугиной Мирославе. Молодая, симпатичная женщина из... О, кстати, это лед. Вон, льдом покрыты яблоки. Вот. Из Санкт-Петербурга. Я ее называю дочкой. Она мне заказала семена зимних яблок. Так. Вот. И сразу ей говорю. Она обязательно посмотрит это. Вот. Семена пепин шафранного и семена. Знаешь, что ты ешь? Нет? Ну, елки, я только сейчас только тебя хвалил. Ты уже должен на зубок знать. Правильно. Все, экзамен сдан. Езжай в Тимирязевку. Вот. Правильно, северный сенап. Получается, что именно вот эти. И вот то, что он сейчас доживал. И вот этот огрызок кинул в костер. Какое кощунство? Там семена. Но я специально, сознательно, хоть вы бы были бы только рады, вы попросили, потребовали от меня, чтобы я выслал вам семена со всех зимних яблок. Вот. А я
с этих не стал брать. Вот. Вон еще сколько висит, смотрите. Вот. И с тех тоже не стал брать. Почему? Они достаточно некрупные. И тогда вырастут у вас уже что-то вроде ранеток. И вы скажете, Константинович обещал что-то, сохранение качеств. И я в таких случаях говорю, ребята, я обещаю сохранение качеств достаточное. Так? У косточковых культур.